Ну и вот получается, что можно в динамике снять, ну, проверить процесс ваш лечебный, да, который вы производите с человеком. Снять его ауру, увидеть, где какие проблемы есть, да, она бывает откусана, там может быть видно, как к ней присосалась какая-то сущность, лярва, энергетический подсос и энергетику вытягивает из человека. Она может быть вообще отрезана там по пояс или по колено, так что проблема у человека с ногами прежде всего. Ну, у меня, кстати, такая аура, у меня проблемы с ногами, надо себя тоже прилечить. Вот, и потом после ваших приемов снимаете ауру и смотрите результат. То есть иногда даже после одного сеанса мы проводили эксперимент, ну, буквально там 15 минут сеанс, да, и сняли две ауры, до и после. Сразу видно результат. Она позеленела, она более стала светлая, белым светом наполнилась, и более цельная стала. То есть видно результат. В итоге получается как? Работая с телом человека, с его мышцами, мы, и настраивая вот ось, вот эту остеотерапию божественную, мы, оказывается, влияем, ну, с мануальными приемами тоже, на весь аспект жизни человека. Психоэмоционально он задействован с этой матрицей, матричной структурой, в которую мы вписаны. Ну, я имею в виду не ту матрицу, которая социальная, которая вот в фильме «Матрица», да? Обозначен. Я имею в виду матрицу энергетическую. Задействован так, что у него вдруг начинается в жизни как-то и дела идут лучше, и на работе все спорится, и начальник там его любит, повышает, и как-то с теми, с какими людьми он конфликтовал, конфликт исчерпан, и жена больше любит, ну и так далее. Там, и дети лучше все учатся. Как бы настраивается его вся внутренняя жизнь. Понимаете? То есть это идет воздействие изнаружу вовне. Также оно идет и наоборот, извне наружу, на человека. Психосоматические заболевания от этого есть, да? Стресс мы получаем откуда? От окружающих, там, людей, допустим, да? Стрессанули, зажались, у нас скованы плечи, трапеция, ну и так далее. То есть эта вот система работает и туда, и туда. То есть мы можем, настраивая ауру, поправить ему позвоночник, а можем, поправляя позвоночник, поправить ему ауру. Понимаете? То есть мы работаем в комплексе, получается. Вот. Но вы понимаете теперь, да, что это такое остеотерапия? Это гораздо шире, чем просто массаж. Ну, вообще, это интересная эта тема. Да-да-да. Да? Вот, чем мы сейчас и займемся. И, соответственно, да, у меня были отзывы людей, действительно, вот я говорил про массаж судьбы, да, девушка не могла лет 15 или 20 найти мужа, жениться. После такого массажа через месяц. Ну, она пропала, через месяц мне звонит, ой, ты знаешь, а я уже замуж вышел. Ну, в смысле, не жениться, а замуж выйти, да. Ну вот, кто-то мне говорит, ой, а у меня на работе, извини, не могу к тебе приехать, у меня повысили, я теперь начальник стал, у меня там столько завала, и по зарплате поднялся, конечно, выше, но вот времени меньше как бы стало. Ну, как бы у людей идут какие-то улучшения в жизни, это зафиксировано, это факт реальный. Так что хотите этому научиться? Давайте делать, давайте сейчас пробовать друг на друге. А если вы нас только смотрите, а не присутствуете, то вы многое теряете. С вами был Олег Лавгудвин. Подписывайтесь на наш канал и приходите на наши тренинги. До новых встреч!